Кстати, какой у нас красивый кинотеатр. Пришли смотреть «Аватар». Ребят, хочу Наде выиграть такую игрушку. Хотя больше на меня похоже. По размеру вот этот больше на меня похож. С ней вы реально кто-нибудь можете выиграть? Блин, Пикачу прикольный. Mm-hmm. Было бы таких побольше игрушек. Стоимость всего лишь 50 рублей. Смотрите, 50 рублей. Шанс еще есть. Попкорн. Да? Угу. Выглядит странно. Это самый лучший попкорн. А самый вкусный. Ну и цены, конечно, тоже норм. Я еще начал. Хочу себе только холодильник. Реально. Угу. Ну, дизайн ничего такой. Тут прикольная штучка, мне нравится. Вот это вот? Чисто Вера. Это Вера, а это я. Блин, обожаю M&M's. В общем-то, M&M's держит Skittles. У него какая-то неправильная реклама. Ты что, осталась? Не Россия. Это ты, а это я. Да. А рядом мама. Темная сила. Темная сторона. Так, ребят, мы только что сходили на «Аватар». Ура! Да, вторая часть. Наконец-таки мы ее посмотрели. Мы очень долго ждали, пока она выйдет. И в Казани она вышла только 12 января. Да. Сегодня как раз-таки 12 января, и мы пошли на премьеру. Вот, в наш любимый Казмол. Ребят, мы очень счастливы. Да. Нам очень сильно понравился фильм. Да, он просто Только мы его ждали 13 лет. Все ждали его 13 лет. Наконец-таки он вышел. Мы очень рады, что посмотрели этот фильм. Вообще, очень многие обсирали этот фильм. Говорили, что он скучный, что он неинтересный. Только спецэффекты там крутые. Сюжет вообще полное дерьмо. Вот, ну, мы, в принципе, посмотрели этот фильм, и нам все безумно понравилось. И сюжет, и герои, и музыка, вообще спецэффекты просто нереально крутые. Я вообще не знаю, как они такие классные спецэффекты сделали. Просто большие молодцы, ребят. Все новые герои, дети, короче, нам безумно не все понравились. Особенно дочка Грейс нам понравилась. Классно. Мы очень сильно любили Грейс в первой части. Да, ставим 10 из 10 этому фильму. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот, но, в принципе, нам и первая, и вторая часть одинаково понравилась. Наверное, вторую часть будем пересматривать много-много раз, потому что все самые классные фильмы мы любим пересматривать 100 раз. Если вы тоже смотрели «Аватар 2», напишите нам об этом в комментариях. Нам будет интересно почитать, какие у вас впечатления после фильма. Вот, так что ждем ваших комментариев. Это, ребят, наш любимый Казанмол. Такой здесь классный дизайн. Тут идет реклама фильмов, которые сейчас идут. Мы вот так вот сидим, тут отдыхаем. На, тут очень красиво, очень классно. Такие все, как аватары. Да-да-да. То синие, то зеленые. О, кстати, реклама аватара. Аватар. Кстати, ребят, мы хотели вам рассказать о том, как мы вообще купили билеты на «Аватар». Мы купили их буквально вчера вечером. У нас в Казанмоле появились новые сеансы, и на сайте было написано, что билет появился в 3D. И мы купили, кстати, билеты на 3D. И стоило... Да, вот очки, кстати, ребят, у нас есть. Мы чем сидим в очках, это 3D-очки, ребят, они шли нам в подарок. Вот мы такие большие молодцы, точнее, Вера молодец, она всегда покупает самые лучшие. Мы купили билеты в 3D, смотрели этот фильм в 3D, хотя до этого продавали его только в 2D. Пришли на премьеру, еще в 3D посмотрели все, ребят, это офигенно. В общем, мы все счастливые. Сейчас пойдем, наверное, гулять по нашему другому центру. Если будет что-то интересное, мы заснимем. Вот, встретимся с вами уже где-нибудь и как-нибудь. Так, ребят, мы гуляем по Казанмолу, как вы уже поняли. У нас здесь открылось много разных заведений и новых магазинов. Еще хотели сегодня сходить куда-нибудь здесь, попить кофе. Помните кафешку? Мы, кажется, купили себе только болтик. Да, почти уже допиваем его. Сейчас пойдем шляться по магазину, шопиться, так сказать. Но мы, скорее всего, ничего не купим, потому что сейчас что-то в России очень все печально с одеждой. Это первый пункт назначения – это резерт. Это мы спускаемся к резерту, ребят. Сокращенно РИ. Первый пункт назначения, резерт, мы пришли. В первую очередь мы видим уже распродажные новая платья. Новая коллекция? Нет, это все распродажа. Очень странно, что они всегда распродажу делают на выходе. Ну ладно. О, кстати, прикольный пиджак. Леопардовый. Вот его я хотела купить, но как-то затерся. Тут стал не черным, а серым. И... Надеюсь, нас нет, не заблокируют за музыку. Знаете, вот вещи прикольные, но с чем их сочетать, как их носить, непонятно. Сколько оттенков розового здесь. На любой вкус. Короче, ребят, многие не знают, но мы когда-то здесь работали, в резерведе. Как только открылся Казанмол, мы пошли и работать. Это был 4-й курс, 2 года тому назад. Мы решили попробовать поработать в магазине. Это оказалось намного сложнее, чем мы думали, но, в принципе, было прикольно. Сколько? 500? Можем пофоткаться. Леопард доставил. Неплохой костюмчик у нас, видимо, дожидается.
Ну, прикольные шапочки. Короче, Надя померила. Знаете, как в песне «Шуга» и «Мстая». Да-да-да. Похоже. Но вообще выглядит прикольно. Угу. Да, вот эта вот песня. Да-да-да. Ты начала танцевать, и четкость пропала. А вот все появилось. Ну, с черными брюками было бы классно. Можешь взять. Ребята, вот думаю, брать это что-то или нет, вообще актуальный сейчас принт леопарда или нет, потому что он был давным-давно уже в моде. Не знаю, брать, не брать. Помни. Пишите. Короче, ребят, я тоже решила померить эту куртку. Она нам очень сильно понравилась. Здесь, кстати, даже внутри есть кармашки. Надя продемонстрирует нам. Прям подпухло. Заначку. Заначку. Покупили себе леопардовую вещь, мы о леопарде есть. Короче, просто стали близнешками. Кто не верил? Вера, которая сказала, что мы ничего не купим. Внимание. Зашли же в первый магазин и купили себе куртки. Да? Куртка антистресс. Пока она в магазине. Она не линяет. Прикольный ботиночек. Угу. Чисто за хлебом ходить в пятерочку. Да? Удобно будет. Носок. Носок? Такое нежненькое. Пироженка. Да. Такое есть только черное. Угу. Сколько стоит? Любимая цена 3000. Только здесь 4. Какие-то орнаменты, как будто Древний Рим или Греция. Это уже прошлогодний принт. Просто толстовка 4К. Ну чё, как тебе, бро? Братан! Чё, штора? Штора. Реально штора. Да нет, чё, красиво. Ну, правда, ну вот это вот не очень, но... Чисто шёл второй магазин, девочки хотят уже домой. Да, Надь? Где? Какой фасон, он всем идет, мне кажется, в платье. На свой платок? Да, ребят, видите, у нас делится платье на две категории. Это носовой платок и шторы. А это что? Это кофта на зиму. Ребят, записывайте. Мама тоже туда же. Смотрите, еще эти платья продают. Я говорю, этот фасон уникальный. Он никогда не выйдет из моды. Только вот цена уже, конечно, вышла из моды. Два раза больше. Мне кажется, в шоуруме в 10 раз. Входит в моду в России, да. Смотрите, как красиво. Скратов кофе. Поставим такой домой. Здравствуйте. Поняла, типа скидки. Скидки в магазинах. Прикольно придумали. Вау, тережки. Я даже не знала, что здесь есть такое. Mm-hmm. Просто зацените люстру. Мне кажется, это все делали вручную. И очень сильно задолбались. Но самое классное, это вот этот чувачок, типа сейл. Лавандовый такой. Да, красивый цвет. Цвет красивый. Угу. Ну, цена нет. Цена, конечно, как да. В Заре. Скоро же Зара откроется. Горошек не очень. Да, горошек не очень. Это тоже на свой платок? Я бы не слышал какой-нибудь. Да? Вы бы одели бы этот лук на Fashion Week? Mm-mm. Я бы тоже не одела. Сколько даете оценку этому луку? Ставлю 2. Мам, ты? 2. Надь, ты? 2,5. Надя казалась самой доброй. Да-да-да. Мне уже джинсы понравились. Джинсы, да, а мне топик понравился. Я только ради него дала 2 балла. Кстати, манекен почти с тобой ростом. Да. Я как оператор. Личный оператор. По-моему, нам надо переименовать канал. Что? Экспресс заказал. Экспресс, да. Так, что-то есть бижутерия. Кстати, ребят, извиняюсь сразу за мой голос, я немного блею, поэтому говорю в нос, как утка нос. Такой пиджак. Ой, красивое платьице. Чисто школьное платье. Решили прогуляться по магазину, обосрали все. Обосрали все, да. Проветрится. Да. Не знаю, что за баня, у меня сейчас не опарывается. Халат? Ну, ничего так. А вот это что за рубашка? Какая-то прозрачная. Это тут лямой. Ну да, что-то не очень. Лист на второй этаж, да. Тут очень много детских отделов. Так что, если вы идете шопиться, шопитесь в основном только на первом этаже. И идем сейчас в книжный магазин. Хотим посмотреть, что там интересного. Вообще никогда не бываем в этой части Казанова. Очень-очень редко. Кажется, здесь вообще никто никогда не бывает. И никто даже не знает, что здесь вообще что-то есть. Как, например, книжный магазин, куда мы сейчас и идем. Манго. Ребят, манго. Манго. Нет, да книжки не знаю, кроме манги. Смотрите, как красиво запаковано.
Ляпота, красота. Только радиообложки покупаешь. Да, да, да. Не судите книжку по обложке. Чисто девочки. Честно, ребят, мы не читаем книги, но нам всегда интересно на них посмотреть. Самые популярные книги. Прикольный сериал. Классные актеры с Рита Уилсми. Вау. Токийский гуль. Мы сижу видели его, да? Вау. Токийский гуль. Господи, наше самое любимое аниме. Раньше сколько стоило? 600 рублей где-то? Кто подешевле, кстати, было, да. О, Наруто есть. Почему-то классику убрали на самую нижнюю полку. Анимешные книги. Ну, помнишь, раньше аниме вообще здесь, кстати, не стояло. Раньше были книги только. Слышь, а все Достоевские, Грибоедовы и Тургеневы все лежат внизу. А, ты вот про эти книжки? Ну да. А кому они нужны? Их даже, мне кажется, уже в школе не читают. Кстати, ребят, мы когда были где-то в классе 5, мы очень сильно любили читать такую книгу, как «Коты-воители». Я не знаю, вообще существует до сих пор эта книга или нет. Но, к сожалению, в Казани мы ее нигде не встречали. Может быть, кто-то из вас тоже читал. Там целая вообще серия книг была. Вот мы их собирали, потому что там были нарисованы классные коты, и вообще история была про котов. Но было тогда очень интересно, что такое фантастическое про животных читать. Прикуплю куда-нибудь сюда, как выглядели обложки. Какой праздник скоро? День Святого Валентина. Ну, это мой идеальный подарок на День Святого Валентина. Идеальный, ребят. Чё, еще какая-то штука. Это на паспорт, да. На паспорт? Угу. Блин, всего лишь 250 рублей. Штука прикольная. Это что вообще? Ежедневник. Реально? Угу. Круче, что я меняю себе обложку на паспорте. Это не шутки. Наши уже стерлись. Ты знаешь, как это? Покажите ваш паспорт. Ты такой достаешь. Я хоббит и шира. И чё? А, сейчас там у меня какой-то код непонятный. Блин, я давно хочу поменять, но не знаю, надо что-то креативное. Да, я тоже хочу поменять. Настоящим ценителям мы тут морды развластили на колец, ребят. Блин, ребят, если вы не знаете, что нам дарить, теперь вы знаете. Все, что связано с Властелином колец и Хоббитом. Ну и аниме мы еще любим. Да? Да? Да, прикольно. Почему они выглядят лучше, чем обычные книги? Богаче. Дорого-богато выглядит. Я помню, даже в кольце, когда мы с тобой искали мангу, она была где-то вообще. Угу. Далеко задница. Так, что тут у нас есть? One Piece. Ну, внизу Marvel, походу. Ребят, подарите мне это, пожалуйста. Угу. О, кстати, я вижу еще какую-то мангу. Я знаю, кстати, это аниме. Я его смотрела, но не прям айс, конечно, но... О, корейский язык. Ребята... Это улов. Это просто самый лучший поход. Красиво нарисовано. Все азиатское. Поняли? Даже оформлено в виде Азии. Я только сейчас заметила. Да, прикольно. Что-то вообще начали появляться чародейки, Винкс, вон даже. Марвел начал появляться. Короче, ребят, купили себе эту штучку на паспорт. К сожалению, оказался только один. В наличии его. Да. Больше нет таких классных ценителей, как мы. Ценителей Властелин колец уже больше нет. Попалась какая-то очень странная женщина. Запрещала нам снимать, спрашивала. Точнее, задавала нам вопросы, типа, что снимаете, для чего это. Ну, видно же, что мы... сдам тебя. Куда? Видно же, что мы снимаем для себя, и у нас тут не спецвыпуск «Орел и Решка». А, очень странно, что в 21 веке уже, блин, сколько лет прошло, уже сколько этих блогеров существует, и люди до сих пор неадекватно реагируют на камеру, поэтому это очень сильно расстраивает и удивляет. Ну ладно, мы не будем расстраиваться, мы купили себе классную обложку на паспорт, точнее, я купила. Да. Я буду просто смотреть и завидовать. Скоро тоже что-нибудь найду, да. Может, даже закажу. Вот. Короче, ребята, увидимся, сейчас идем до другого магазина. Бывший хаос, теперь ХХХК. Название магазина. Звонит вам подружка и говорит, я в XK. XK. Короче, люди X, ребят. Магазин для людей X. Смотрим, что тут такие интересного. Ну что, Вера, оператор готов? На 10 лет. Просто ткань. Ткань в виде джинс, да? Ткань в виде кофты. Кроссовки прикольные. Они, правда, теплые. Ну, то в таких я бы ходила, но... На газду. Да. Ты так быстро бегаешь, у меня камера не успевает сфокусироваться. Чисто штаны, которые мы искали весь прошлый год. Висят сейчас здесь. Да, прикольные штаны. Угу. Да, магазин неплохой, но уже, наверное, не для нашего возраста. Да? Слишком старый. Да, мы слишком старые. Классные носки, да, но они, возможно, до сих пор тут есть. Да? Пошли посмотрим. Так, личный оператор Надежды, Вера. Ну, скажите, на 10 лет как-то. Ну, для подростков. Просто нам это уже не подходит. Мы уже не подростки, мы уже старые тетеньки. Шутим, нам 18, ребят. Забираем свои слова обратно, ребят. Здесь уже даже носки не актуальны. Ну, как бы вот эти еще ничего такие. Веселенькие хотя бы. Заходим в Glory Jeans. Хотим себе обновить джинсы. Чисто всего этого мне не так не хватало буквально 5 лет назад.
прикольные джинсы, но вот мы хотим такие же, как у нас. Да. Наподобие. Правда, мы их покупали в пломбире, да. Но... Это, скорее всего, в России. Да. Ну, это надо искать мерить. Вот эти похожи на наши. По цвету, смотри. Прям как наши. Похожи? Да, прям реально похожи очень сильно. Прям один цвет. Маловат размер. Цвет тот же. Да, они как шаровары, конечно. Вообще здесь мне нравится цветовая гамма. Она такая пастельная, спокойная, да? Ты везде сможешь надеть. Да-да. Универсальные вещи. Как в Корее. Было бы это вот буквально пару лет тому назад, когда это было очень актуально для нашего возраста. Чисто мы уже бабули, ребят. Да, Надь? Не, ну, в принципе, можем это надеть, но... Шьют уже не на нас, потому что мы уже выросли из-за этого, шьют уже на более маленьких деточек, но что-то в России все равно появляется, аниме, это вот это все азиатское, японское, китайское, корейское, это прикольно. Да. Ну знаете что, мы сейчас пойдем еще в мужское дело, там по-любому есть Наруто. Я уверена в этом. Это не Глория джинс, это аниме-магазин. Наверное, вам не очень это все интересно смотреть, но лично мне это очень интересно, ребята. Не влезу в это? Блин, мило. Очень мило. Круто. Мне очень нравится, как нарисованы арт. Угу. Красиво же. Блин, реально. Да, но сама футболка, если была бы черная, было бы лучше. Чисто твое настроение, это кот. Да. Ребят, ну Том и Джерри мы, конечно же, тоже любим, но это уже не на наши попы. Да, смотри, какая классная. Я в себе такую купила. Да-да-да. Если у меня будет парень, не знаю, где его буду одевать. Где он подпишет договор, что он будет постоянно одеваться. О, Наруто. Вот, да, я же сказала, что есть футболки с Наруто. Прикольно, а вот это, о, тоже Наруто. Кстати, красивая футболка. Да, прикольно. Ребят, это или вот это? Вот этот пацан поприкольнее, конечно. Голосуйте, ребята. Голосуйте. Наруто, Саске. Ну да. Что мы ем херово. Да, реально могли бы поприкольнее картинку найти. Пошли, там еще дальше есть. Вот, ребят, это аниме-рай. Аниме-магазин, да. Блин, прикольно. Вот что внизу? Самурай. Самурай? Интересно. Нет, какой-то детский. Ну да, прикольненько. Прикольненько, интересненько. Не знаю, конечно, кто это и что это. Ребят, ну мне же нормально по размеру. Маловато слегка, ну ничего, она вырастет. Блин, реально прикольно. Что это за аниме? Ты, я откуда знаю? Не знаю. Ребят, пишите в комментариях, что это за аниме. Кто это? Кто это? Что это? Ну, это явно не Наруто, хотя все возможно. О. Это другой рисунок. М-ка. Прибыл бы этот рисунок на черный. Кстати, в Корее мы всегда покупали мужские футболки, да? Короче, ребят, мы очень сильно устали и решили пойти попить кофе куда-нибудь. Да? Да. Идем есть пирожные. Вроде. Милые кролики. Так, ребят, мы пришли в кафешку. Тут уже есть сюрприз, кстати. Так она называется. Тут есть, кстати, меню с едой. Короче, всякое такое. Можно взять сырный карамель. Его тоже лавандовый есть. Мы пришли в классную кафешку. Вот, заказали себе десерты, кофе. Сейчас будем сидеть, отдыхать, наслаждаться вечером. Кстати, ребят, говоря об этом месте, здесь раньше была другая кафешка и делали только кофе. А сейчас здесь вы можете спокойно и покушать, и пить кофе, поесть десерты. Это очень классно и круто, потому что в Казанмоле очень сильно не хватает нормальных кафешек. Меню мы вам засняли, название тоже. Вот, приходите. Да. Будем пробовать сейчас пирожки свои. Заказали очень классную пирожку в виде зайчика. Смотрите, он такой миленький, его даже жалко есть. А я его назвала кроликом. Надеюсь, он меня простит за это. Да, и вообще-то он должен быть черный, потому что год черного кролика. Он уже какой-то неправильный, ребят. Ладно, ребят, пойдем мы наслаждаться этим вечером. Желаем вам тоже приятного аппетита, если вы кушаете. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всем пока. Ребят, теперь вы видели все. Что внутри у кролика? Что внутри? Прикольно. Похож на сникерс. Есть? Угу.